Каждый раз, когда мы в своих роликах рассказывали, что в Украине лучшее ПВО в мире, наши зрители-доброжелатели из, как мы его называем, «Залеси», в один голос кричали, что, мол, это все неправда. Мы все украинские ПВО уничтожили еще в начале СВО, а патриоты на самсы пощелкали как орешки, и вообще такого не может быть. Однако, если взять сухую статистику, то получается, что так и да, в Украине лучшее в мире ПВО, и вот почему. Командование воздушных сил ВСУ отчиталось о работе нашей противовоздушной обороны в ночь на 11 декабря, и уже около 4 утра зенитные ракетные подразделения воздушного командования центра показали 100% эффективность в уничтожении баллистических ракет противника. Всего не имеющий аналогов в мире оккупационное недовольско запустило 8 баллистических ракет, тип которых уточняется по Киевщине с северного направления, вероятно, из Брянской области. И все они были уничтожены нашей ПВО. Во время ночной атаки будущих пациентов в Гааге ночью 11 декабря было уничтожено 100% целей. Помимо баллистических ракет, враг выпустил по Украине ударные БПЛА типа «Шахет» смысла «Чауда» и «Бельбек». Всего противник применил 18 БПЛА «Шахет» 131 и 136, все из них были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Большинство из вражеских ударных беспилотников были уничтожены в Николаевской области. В общем, ребята, мы это все к чему? Вообще-то, по документам, эффективность, к примеру, тех же ЗРК «Патриот» составляет против баллистических ракет максимум 80%. Украинские же зенитчики уже который раз показывают 100% сбития. Все же вы помните историю с хваленными кинжалами, которые проиграли ЗРК «Патриот» со счетом, если мы не ошибаемся, 11-0. И дело здесь не только в ЗРК «Патриот». Те же саудиты на таких же комплексах много раз пропускали примитивные ракеты, запускаемые из Йемена по своей территории. Очевидно, что кроме хорошего оборудования, у наших зенитчиков еще и хороший IQ, или, как в народе говорят, крутой скилл. Поэтому, друзья, хотим пригласить вас на наш второй резервный канал по ссылке под видео. Нам нужно там набрать 4000 часов просмотров, так что у кого есть время, тот может посмотреть там пару роликов, за что мы будем вам очень признательны. Ну и подписаться, поставить лайк и колокол, чтоб приходили сообщения на этом и том втором резервном канале.